Я бы вошел вместе с ними, но для этого мне необходимы две вещи. Во-первых, почтенная ряса, а во-вторых, та штучка, которую они показывают брату-привратнику. Ах, брат Гранфло, если бы ты был сейчас рядом со мной. Кстати, я могу найти брата Гранфло в роге изобилия, это время его ужина. Ну что ж, будем любопытными до конца. Танцуешь? Да. Надеюсь, ты меня не изменяешь? Нет. Вы мой единственный мужчина. Хотелось бы верить. Нет. Я подойду к тебе. Я жду. Мэтр Банама, брат Гранфло уже приступил к ужину? Пока еще нет, но поторопитесь. Почему я должен торопиться? Я советую вам поторопиться, потому что он закончит ровно через 5 минут. Он еще не приступал к ужину, а через 5 минут уже закончит его? Сударь, сегодня начался Великий пост. Ну и что? Ну, я об этом понимаю не больше вашего, но я советую вам все-таки поторопиться. 5 минут на ужин брату Гранфло? Ха! Да, определенно меня ждут сегодня подлинные чудеса. Я вам это обещаю, господин Шико. Сударь, принесите нам наверх, пожалуйста, 2 бутылки вина, паштет, курицу, побыстрее. Сейчас все будет. Угу. Друг мой, о Господи, что это? Что вы здесь делаете? Разве вы не видите, брат мой? Я ужинаю. Ужинаете? Ужина. Вы называете это ужином? Да. Вы Гранфло? Я Гранфло. Трава и сыр? Трава и сыр. А что с вами случилось? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мы вступили в первую среду Великого поста. Ах, да-да-да-да-да-да. Грешен. Вода. Надо позаботиться о спасении души, брат мой. А давно ли вы завтракали, друг мой? Я сегодня вообще не завтракал, брат мой. Но если вы не завтракали, то чем же вы тогда занимались? Я сочинял речь. Речь? Да вы меня разыгрываете. Речь, речь. Ничего не понимаю. А зачем? Затем, чтобы произнести ее сегодня вечером в аббатстве. Вот так, господин Шико. Ну, ладно, брат мой. Я пошел. Друг мой, ну доешьте хотя бы вашу травку. Кстати, наш хозяин мэтр Банаме утверждает, что у него в погребе найдется с 50 бутылок прекрасного вина, перед которым все остальное вино покажется жалкой выжимкой. Мне сегодня тоже выступать с речью, но я верю в чудодейственную силу вина и в доказательство закажу бутылочку. Что вы посоветуете мне взять? Закусить. На закуску. Ой, только вот не эту примерскую гадость. Да уж. Мэтр Банаме! А вот я. Вот я. Так.
Это вам. Господин Шико. Это вам. Нет, это вот цитата. Мэтр Панамек, принесите нам две бутылочки вина, которые, как вы утверждаете, у вас лучшего сорта. С удовольствием, господин Шико. Зачем две? Какие две? Не надо. Не надо, я пить не буду. Я не хочу, я не буду. Я пить не буду. Друг мой, если бы вы пили, я бы заказал 4 бутылки. Я бы заказал 6 бутылок. Я бы заказал все бутылки вина, которые находятся в этом погребе. Но поскольку я буду пить один, мне хватит 2. Верно. Если при этом, брат мой, вы будете вкушать только постную пищу, то ваш духовник не будет вас порицать. Ну, само собой разумеется. Кто это будет есть в среду Великого Поста скоромную пищу? Да.